А между тем, сегодня показали журналистам и ход строительства еще одной трассы. Это дорога, которая соединит участок от улицы Гаранькина до кольца на Нежинском шоссе. Необходимость в ней также назрела. Шоссе позволит разгрузить целый ряд городских микрорайонов. Для того, чтобы снять нагрузку на северо-восточную часть нашего города, это Нежинское шоссе, Загородное шоссе, чтобы люди имели возможность уйти сразу с Нежинской дороги, допустим, в Дзержинский район, в Степной, или кому надо, в сторону там, направления Казань, Уфа и так далее. Вот эта дорога для этого и строится. Кроме того, столь нужная артерия даст толчок развитию прилегающей территории, в том числе к ее активной застройке. Возведение трассы ведется методом так называемой народной стройки, то есть из областного и городского бюджетов денег не выделяется. Затраты на строительство взяли на себя крупнейшие предприятия Оренбурга. В рамках социального партнерства они приобретают стройматериалы, предоставляют технику и рабочих. Я благодарен всем руководителям предприятий, организаций. Мы обязательно весь список опубликуем, чтобы наши горожане и жители Оренбургской области знали своих героев. Это руководители предприятий, люди, вот водители этих машинистов-экскаваторов, водители автомашин – это настоящие герои своего времени.